Добрый день, уважаемые любители футбола! Говорит и показывает Кабардино-Балкарская республика. Выстраиваются коллективы для общекомандных фотографий. Начало положено, свисток дан, и погнали. Как говорится, погнали. Давайте мы начнем знакомить вас с составами. Начнем мы с гостей. Гости сегодня выступают в красной. Набрано 4 очка, 1 победа, 1 ничья и 2 поражения. Вот здесь едва не ошибается голкипер. На счету Дамира уже имеется. Вот здесь подача, очень опасно могло быть. Но отбиваются в корпус Максиму Батыршину. Вот здесь еще один заброс и 1-0! 1-0! Адам Качесоков становится автором забитого гола. И на 11-й минуте матча. Конечным ударным, несмотря на то, что нальчане демонстрируют не самую хорошую игру, а здесь голкипер едва не привозит гол в собственные ворота. Там матче. Вот спрашивают нас зрители, что с прямым эфиром. Эфир вроде уже в порядке. С эфиром все хорошо. Вот это хорошая атака. Ротора 1-1. Кадралиев сравнивает счет в матче. Вы знаете, говорил я вам о том, что Алим Кадралиев самый активный. И вот такое вот необычное празднование в исполнении волгоградцев. Битохов. Битохов переводит мяч на Кушхова. Это может быть опасно. Кушхов бьет и не фиксирует. Не фиксирует с первой попытки Егор Зосимов в этот мяч. Тут уже слетает Буца у Сиротенко. И вот хорошая атака. Штрафной Града и выбивает мяч Денис. Не чувствует пока уверенности в собственных силах Егор Зосимов, учитывая то, что после его ошибки нальчане забили гол и пытаются его нагружать. А здесь Кадралиев по полной нагружает оборону. Хозяев! Батыршин! Удар по воротам! Еще один удар от Батыршина. Хаотично отбиваются хозяева поля. Именно Кадралиев. 35-я минута матча. А нет. Вот такой вот розыгрыш. Удар по воротам. Выше створа. Дамир Битохов. Но теряет Хубиев мяч. И вот хорошая может получиться атака. Града спасает чеченов. 2 тайма по 40 минут. Кадралиев. Битохов на месте, Хубиев на месте, Кадзаева. А вот смотрите, как здорово! И вот сразу же возникает момент. Нальчане, Качесоков подает, вот момент. Позволил что-либо придумать Володину! Еще одна подача, еще одна. Подача. И будет ли удар? Удар есть. Мы наблюдали в первом тайме. А вот это хороший может быть момент. Удар по воротам. И а вот здесь атака. Еще одна. Карданов. Удар с дальней дистанции. А здесь Володин выдержал паузу. И передачу отдал на партнера. А вот может быть опасно. Будет ли удар? Удар есть. И Чеченов. Подает Качесок. Очень опасно. Очень опасно сейчас было у ворот Ротора. В пользу гостей. Передача на Клименко. Клименко в штрафной. Падение и пенальти. Нет? Пенальти или не пенальти? Выполнять Александр Клименко у мяча. Клименко или Чеченов. Смотрим. Удар по воротам и уверенно. Александр этот стандарт реализует. 2-1 выходят вперед игроки Ротора. И Жигунов разгоняет атаку своей команды.
Вот хорошая какая передача на Эйдара Карданова. Падение и... Свисток судьи молчит. Ротор Волгоград, моя любимая команда, пишет нам Юлия Соловьева. А вот это удар по воротам. Подача от Качесокова. И 2-2! 2-2! Сравнивают нальчане счет в матче. И, по-моему, Дамир Канцалиев становится автором забитого гола вот так вот. Говорил я о том, что Стандарт — это... Концева. Нужен гол, скандируют трибуны. Вот удар по воротам Чеченова. Вы знаете, последние минуты матча получаются. Смотрите футбол и болейте. Болейте за своих.